сейчас? Пьем, я кое-кому сказал. Вот снимаю Питерский район, село Новотулка, останки человека. И их тут очень много бывает. Вот еще косточки. А рядом речка, вот, с которой воду пьют односельчане наши. Это ужас. Вон еще дальше тоже лежат. Да только я плохо пойду, но постараюсь. Вот там немножечко тоже, наверное, видать будет. Вот. Там вот тоже кости. Вот и гробы туда. И все это пьют воду люди. А это люди умирали здесь в 30-е годы и 33-е, наверное. В общем, кошмар какой-то. Вот такие вот дела. Власти не принимают меры никакие.